На получение 100 грантов главы региона на подготовку востребованных кадров претендовали 269 абитуриентов. 77 присужден грант. Ребята будут обучаться в вузах по 15 специальностям. Получатели оставшихся 23 грантов определят после 25 августа. В текущем году по результатам ЕНТ претенденты набрали высокие баллы, поэтому членам комиссии пришлось непросто при определении получателей грантов. Так, из 94 детей, желающих поступить в медицинский вуз, 68 набрали свыше 100 баллов. В результате гранты Акимобласти на медицинскую специальность получили 10 детей, набравшие 123-124 балла. В связи с тем, что не поступило заявок на обучение по специальностям искусство, информатика, религия, комиссия выделила дополнительные гранты на медицинские и педагогические специальности, а также подготовку учителей начальных классов, куда поступило наибольшее количество заявок, а также другие востребованные в регионе специальности. Детям, которые показали отличные результаты на ЕНТ, а также тем, кто тянется к знаниям, необходимо оказать всяческую поддержку, надеясь, что они оправдают возложенные на них надежды. На 180 грантов, выделенных за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан для детей и получателей адресной социальной помощи из многодетных семей, поступило 154 заявки. 120 абитуриентам гранты были присуждены с учетом результатов ЕНТ. Также члены комиссии приняли решение распределить гранты среди остальных 34 детей и дать им возможность получить высшее образование. Владимир Федотов, Самат Каликенов, телеканал Актобе.